Всем привет, друзья, с вами канал Classic Bike, и как вы уже поняли по названию ролика, сегодня у нас фикс с коробки. Именно в таком состоянии он приходит в любой веломагазин, ваш, в мой. Мне очень интересно, что там и как, думаю, вам тоже. Так что усаживаемся поудобнее, всем приятного просмотра. Знаете, в чем прикол, друзья? За существование канала я так и ни разу себе не приобрел новый байк. Я всегда собирал его с нуля, и это первая распаковка с коробки. За эту возможность большое спасибо моим друзьям с магазина City Bike. Ссылочка на магазин будет в описании. Значит, продолжим. Как видите, тут байк уже почти собран. Вам только придется установить колеса, руль, натянуть цепь, и все, он готов. Так, достанем с коробки эту красоту. Вот в таком состоянии он был в коробке. Как видите, везде пластиковые заглушечки, чтобы не пробило коробку. Втулка. Также есть заглушка на подседельной трубе. Ну а теперь, я думаю, все части нужно по отдельности распаковать и расскажу вам, что зачем собирать. Я думаю, для новичков это вообще будет очень полезно. Упаковано все на совесть, и это хорошо, потому что ничего при транспортировке не пострадает, и будет все идеально. Переднее колесо, которое полностью готово к установке, здесь уже есть и покрышка, и камера, просто надо его поставить в вилку. Заднее колесо, которое имеет фривил, а также фикс-звезду. Вы уже выбираете, что вам надо. Дальше, фреймсет. Полностью уже все установлено, кроме колес. Здесь даже уже руль, все, тормоза к нему, все подключено. Все, что вам надо, вот только установить руль, установить подсидел с сидушкой, установить заднее и переднее колесо, натянуть цепь. Затем отдельно была сидушка с подсиделом. Чего у нас не хватает? Педали, да? Но я не про педали. В этой коробочке у нас мануал по сборке. И смотрите, что здесь, друзья, есть. Ну, понятно, педальки, катафотики, кому надо, тот установит. Меня больше поразил вот этот наборчик. Да, это не супер премиальная какая-то сталь, но все равно ключик на 15. Инструмент любого фиксера или любого человека, у которого сингл. Вот такой вот замечательный набор шестигранников. Здесь даже есть специальная смазка, чтобы смазать резьбу на педальках, подсидел, когда будете его вставлять в подсидельную трубу. Также можно смазать руль на соединении с выносом. Ну что, дружище, ты купил себе велик такой, да, и ждешь, что нужно в первую очередь делать. Я бы в первую очередь прикрутил руль, чтобы он здесь не болтался и ничего не поцарапал. Для этого нам нужно взять шестигранник и открутить 4 болта. У нас есть здесь деление, так что выставляем их, чтобы они были посередине вот этого отверстия в выносе. И начинаем зажимать. Да, не знаю как кто, но я зажимаю в шахматном порядке. То есть сначала вот этот нижний, потом верхний вот этот. Главное, чтобы зазор вот здесь в выносе внизу и вверху был примерно одинаковый. Что дальше? Установим сидушку с подсиделом. Для начала расслабляем подсидельный зажим. Затем смазываем подсидел, дабы его не поцарапать. И чтобы он не закис при эксплуатации. Такой еще один нюанс. Не знаю, зачем я это говорю, но вдруг кто-то не знает. Он не должен выходить выше вот этой линии. То есть вот все. Это максимально, на которое можно его поднять. Аккуратненько вставляем. И зажимаем. Понятно, что вы пока еще не знаете, какая вам нужна высота сидушки. Так что зажимаем вообще в любом. Не сильно, просто чтобы она стояла. Дальше ставим колеса. И для начала, так как здесь уже установлены покрышки, я вам рекомендую найти стрелку движения колеса. Потому что у резины, у покрышки,
есть направление протектора. Эта стрелочка показывает, в какую сторону должно крутиться колесо при движении. Ставим. Интересно, на заднем колесе какая будет звезда? Фривил или фикс, судя по протектору? Сейчас посмотрим. Я, конечно, не сомневался, что на трещотке. Ну, установим, значит, так. Начиная с заднего колеса, выбивая заглушку, берем цепь, набрасываем ее на фривил и теперь устанавливаем на посадочное место. Теперь набрасываем цепь на большую звезду. Не сильно зажимаем, так как у нас еще не накачаны покрышки и мы не можем выровнять колесо по центру. Так, чисто набросили, теперь ставим переднее. Не обязательно все делать, как я вам показываю. Но на всякий случай я комментирую, потому что многие реально этого не знают. А в основном этот ролик будут смотреть новички. Теперь берем переднее колесо, тоже устанавливаем на глаз, сильно не зажимая, просто руками. Какой у нас красавчик получается. Кстати, рама Эска. Ну а теперь установим педальки. Нужно сначала их распаковать. Друзья, на педалях есть обозначение. L – это левая, R – английская, это правая, английская, латинская. И какая разница? Специально все закручиваю не на ремонтной стойке, а на полу, на коленках, чтобы максимально было похоже на то, как это бы делал человек, купивший себе первый фикс, первый сингл спид, вообще первый велик. У него, я думаю, точно ремонтной стойки нет дома. Ну и сейчас, я думаю, нужно подкачать в колесике воздух. Так, у нас покрышки Кенда 700 на 25C. Ищем, сколько здесь атмосфер. Максимально 7,7 бар или 110 пси. Мы вкачаем семерочку. Для тех, кто не знал, здесь используется в камере велосипедный стандарт. Это не ниппель, а преста. Сначала откручиваем пластиковый колпачок, затем до упора откручиваем вот эту вот гайку. Почти все современные насосы имеют сразу два выхода. Один под ниппель, один под престу. Он даже обычно подписан. Так что здесь ничего сложного нет. Закручиваем обратно все, устанавливаем колпачок, можете не устанавливать, и подкручиваем вот это вот кольцо, шайбу, не знаю, гайку. Теперь делаем те же движения с задним колесом, после чего оба колеса выставляем по центру и максимально зажимаем гайки. Если у вас вдруг появятся какие-то вопросы, не стесняемся, пишем в комментариях, я обязательно на них отвечу. На этом как бы уже вроде бы все, если бы вы были фиксером, но если вы на фривиле, вам же нужно еще отрегулировать тормоза. Что нужно сделать, чтобы у вас заработали тормоза? Здесь ничего сложного нет, постараюсь быстро и понятно вам объяснить. Для начала выставляем колодки, чтобы они стояли горизонтально с проточкой на ободе. То есть не завален ни вверх, ни вниз. Берете шестигранник и зажимаете. Затем нам нужно настроить, чтобы с одной и с другой стороны между колодками было одинаковое расстояние. Это настраивается с помощью вот этого вот болта под шестигранник. Также зачем вот этот пластиковый рычажок? Он нужен для того, чтобы при снятии колеса вам не нужно было отжимать тросик, откручивать, а вы просто его поднимаете вверх, и все, колесо можно достать. Поставили колесо обратно, опускаем рычажок вниз. Как же настроить тормоза, чтобы они были резкими или наоборот? Это настраивается натяжением тросика в двух точках. Первое, это с помощью вот этого колесика вы можете поджать, немножко потянуть тросик. Также настраивается вот здесь, чтобы ручка была жесткая или чуть-чуть расслабить, и она будет больше проваливаться. Вроде бы объяснил все понятно. Ну а если у вас появились какие-то вопросы, то на YouTube миллион роликов, как настроить тормоза. Я думаю, здесь углубляться сильно не надо. А вообще тормоза — это зло, особенно передние. Теперь то же самое нужно сделать с задними, и можно выезжать на улицу. А, точно забыл, еще нужно настроить сидушку под ваш рост. Сейчас покажу как. Вот сюда на сидушку в центре нужно положить свою подмышку. При этом рука должна быть прямой, а
указательный палец должен доставать до центра каретки. Если он ниже, то подседел нужно поднять, если наоборот выше, то опустить. Да, метод колхозный, но он работает. После чего зажимаете подседел, чтобы он не двигался. Если кому интересно, на чем он собран, то это все можно узнать на сайте магазина, ссылочка на который будет в описании. Там все описано, что за втулки, что за педали и так далее. Ну и, наверное, нужно подвести итог, для кого данный байк. Мне кажется, что он подойдет как для новичка, так и для прошаренного фиксера, потому что его можно прокачать. И на его базе, я говорю про раму и вилку, можно собрать стильный, красивый, модный, легкий. Да, бесконечно можно продолжать. Рама здесь реально шикарная. Не зря 6Q это дочерняя компания Винтона. А Винтон это всегда был стиль. Ну, лично для меня. Если вы со мной не согласны, то пишите в комментариях. Ну и большое спасибо друзьям с магазина CityBike за то, что они предоставили данную коробочку с 6Q, потому что мне было очень интересно посмотреть, как он приходит с завода. Ну и на этом все. Но вы не уходите с канала, у нас очень много крутых видосиков. Проходите, смотрите. Увидимся в будущем.